Всем привет, с вами Прия. Как вы относитесь к питомцам? Я думаю, достаточно позитивно, и точно у вас есть какие-нибудь пару любимцев, с которыми вам приятно побегать, посмотреть на них, быть может, даже юзнув на них волшебное печенье для питомцев, увеличить их в размере и наслаждаться каждым их прорисованным пикселем. Так вот, можно пополнить свою коллекцию питомцев в текущий момент, так как в усадьбе Уэйкрестов, это подземелье дополнения Battle for Azeroth, появилось локальное задание, которое позволяет увидеть дополнительного мопца, который нужен для, собственно, спавна курицы, для взаимодействия с ней, ну и в последующем для получения задания и получения этого питомца. Питомца можно посадить в клетку, что означает функцию передачи, продажи на ауке открытой. Сегодня на стриме буду этим заниматься, буду делать эту курицу, посмотрим, как вообще, что нужно для этого, тяжело ли это сделать. Думаю, есть уже заранее собранные группы различные, которые в виде рандомов спокойно выполняют условия для получения этого питомца. Приходите, все ссылочки в описании. Думаю, свободное время сегодня для этого у меня найдется, и запись стрима, ну а именно, быть может, даже момент получения этой курицы с ее выполнением обрежу и закину в виде видосика на YouTube. Всех вам благ, счастья, здоровья, хороших рандомов вам, ну либо сагильдейцев, для получения этого бомбезного питомца. Берегите ноги, до скорого.